Всем подписчикам привет! Я хотел вам показать сейчас один прием, который позволит вам стать самому иглорефлексотерапевтом с помощью так называемых микроигл. Микроиглы кнопочные. Они давно известны, выпускаются уже у нас фирмой MedKit.ru, и можно приобрести их в магазинах медтехники. Можно заказать на сайте у них MedKit.ru. Что это за штука такая? Это микроиголка из медицинской стали, которая расположена в середине вот такого пластыря. Обычно пластырь медицинский телесного цвета, в серединке которого прикреплена вот эта микроиголочка. Она небольшая, высота всего 1,5 мм. И она не прокалывает кожу, а прикрепляется в рефлекторную точку и оказывает длительное раздражающее действие, то есть она ее как бы возбуждает, эту точку. Я сейчас покажу вам на примере точки Шенмэнь. Шенмэнь — это точка очень важная, находится на меридиане сердца, и которая еще называет ее точка источник или точка солнца, точка висок. Она оказывает успокаивающее действие на нервную систему. Парная точка. Вы перед этим ее находите по атласу или же по литературе. Она находится на складке лучезапястного сустава. Парная точка. Размечаете и приклеиваете эту микроиголочку в ту точку, которая находится у вас в заторможенном или в спящем состоянии. У меня это левая точка. То есть вот так вот подносите на центр и пластырь расправляете. Получается у вас вот такое вот постоянно воздействующая микроигла на эту точку Шенмэнь. Она не мешает в ходьбе или, допустим, в обыденной жизни. Пластырь достаточно хороший и оказывает длительное воздействие. Также ее можно прикреплять в любую функционирующую и известную рефлекторную точку. Спасибо всем за внимание. А они достаточно дешево стоят. Подписывайтесь на канал.